На прошлой неделе в актовом зале электротехнологического техникума прошел ежегодный районный конкурс «ЮНГ. Алые паруса». Показать все свои знания в области морского дела собрались учащиеся начальных классов школ города и района. На состязании юных моряков побывали и мы. На протяжении 18 лет в Центре дополнительного образования на отделении технического творчества существует клуб юных моряков «Фрегат». Его создатели – ветераны-моряки из Славянского районного отделения Российского морского собрания. В клубе фрегатовцы изучают героическое прошлое российского флота, знакомятся с морскими традициями. Привить любовь к морскому делу – вот главная цель конкурса «ЮНГ». Я знаю, что не все могут стать моряками, но многие мальчишки – конечно, они поступят в военное учебное заведение, в гражданские и продолжат. Вот, это, можно сказать, первые азы становления будет как моряков, а дорога, как говорится, будет проложена в океан. Конкурс «ЮНГ» проходил в два этапа. Первыми свое мастерство показывали учащиеся сельских школ. Затем на сцену выходили команды городских школ. К состязанию ребята готовились заранее. Они представили свои работы на выставке, которая открылась перед началом соревнований. На ней можно было увидеть ручные работы, корабли, бригантины, а также рисунки на морскую тематику. Уже второй год в команде «Чайка» школы номер 5 участвует Анна Аганесян. Юная морячка в этом конкурсе намерена только победить. Наша вся команда очень хорошо готовилась, и мы хотим выиграть этот конкурс, чтобы школа гордилась нами. Мы всегда стараемся побольше узнать, чтобы в следующий раз, если мы вырастем, чтобы стать капитанами морей. В рамках конкурса юные моряки представили свои команды в конкурсе «Визитная карточка», поборолись в умении вязать морские узлы и проверили свои знания в вопросах по морской тематике. По итогам первое и третье место в конкурсе заняли две команды 18-й школы. На втором месте команда «Чайки» школы номер 5. Все конкурсанты получили право стать членами клуба юных моряков «Фрегат», а также сладкие призы. А победители – кубок, памятные подарки и почетные грамоты. Надежда Калинина, Георгий Калинин. Программа «События».